Привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии на 10 человек, в которой я играю за Бразилию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Кроме того, спонсоры канала видят все серии сразу. На этом вступительное слово закончено, приятного вам продолжения просмотра. Может, эту клетку отдать Рио-де-Жанейро и тут построить... какую-нибудь промышленную зону, хотя промышленную... Ну, там, здесь, наверное, Сан-Паулу построить. 190 науки, ё-моё. 195 попрошу. Все стали выравниваться, говорит. Ага, да. Неплохо выравниваемся, пацаны. Говорит, как-то мы все ровненько прям. Ну, кто-то ровнее. Слушай, ну когда мне было 130, то было только у немца. Сейчас уже для меня нормально. Я в экстазе, у меня три континента вокруг меня, понимаете, у меня очень много... Кстати, экстаза. Я предлагаю не торговать с шотландцем, чтобы он, у него экстаза не было. Вы поймите, что он да намного больше получает. У меня 6 своих ресурсов, по-моему. Или 5, или 6. Плюс домик, вот это улучшение, оно дает удовольствие. А гольфовое. Можете как бы не торговать, но... Не уверен, что что-то сильно что-то поменяет. Так, нужно просто дождаться конца века, и станет все нормально. Тут надо промышленную зону. Я вам скажу, не станет. Что ты начинаешь? Вот сюда надо промышленную зону. Опа, а чем мне русский объявил войну? Я ГГшки хочу посмотреть. Нифига себе, это вообще закон. Это нормально, да. Давайте ему бан. Ну, не запрещено правилами. А что я только Мехико и Валету нашел? А где вообще научные ГГшки? Спроси у Нуби. Кажется, я уже все научные гэшки сдал, все сдал. Все так, здесь. Меня полкарты куплю за это ненавидят, а ты... Ой, ну можно сюда вот так сделать? Скажите, а рурку мог устроить на холме? Блин, сейчас бред. Так. Что ты делаешь, брат? Я объявляю войны. Чтобы увидеть. Ты не того человека, как бы. Ну да, я уже это понял. Но... Научные ГГшки есть в игре? Две. Где? Скажите, давай. Где? У меня иногда, мне иногда кажется, что вот играешь с людьми, они куда-то уходят во время партии, потом возвращаются, вот спрашивают. Ну блин, это... Почему бы нет? Почему бы и нет? Ну мне про научные ГГшки никто не говорил. Говорили в течение игры, что есть Фес, есть Болонья. Причем несколько раз об этом говорили. Вот я помню, название я помню. Тут не забыл. Ну, главное название помню. Да, а территория? Все остальное не важно. Так, морские юниты не нужны на улучшение. А, блин, так я опять в темный век выхожу. Ну и нормально, кстати. Меня устраивает. 20 жителей дают какой-нибудь шпион? Первый посол. Если первый, то да. И... Нет, шпионов пока рано. Объявлять войны, чтобы людей бегаешь. Потому что меня никто не пропускает. Что еще? Самый тупой. Новые способ. Строители плюс 2. Может, ну, скажи, назови мне умный способ. Если ты хочешь пройти, то это вообще хорошо. Маяк. Вечер. Чем ты пришел вообще? В этот... Я не знаю. Какая боль. 108. Ну, биться.
Влад, сдайте позиции. А что тебе под знать нами. Позиции? Под нами, прям подо мной. Где ГГшка? Вот уже лучше. А, это тот, который мне войну объявил и просит, чтоб я сдал ему все. Ну, спасибо. Да. Слушай, ну у тебя разведчик ходит, которого я могу обстреливать, как бы, ладно. Не, ну я вначале сказал, что все под нами, все рядом со мной. Леша, я все... просто слышал, я слышал название, но я не слышал про территорию, где. Вот, ну. Гаяния. Что это за. Так, лян прокачаем. Вот так, у меня еще угля много. Во, кто-то угли. Ну, вероятно, я где-то, судя. Кошер на кошер. Да я тоже там, но только, блин, я так печально, я туда не выхожу. Ой. Ну мне до угля 3 хода. Я вот в обычный век сейчас выйду, скорее всего. Да вот я тоже, я поэтому не выхожу туда, что не в уголь. Не... Да вам хоть в обычный век, темный сваливал еще. Так это же здорово, темный это хорошо. Да, темный это лучше, чем обычный. Это лучше, чем обычный. Здорово, за что мне дали? Ага. Ну давайте каравеллы откроем. Ну не каравеллы, я хочу вот просто плавать по. Ой, здравствуй, обычный век. Будем там вместе с тобой. Хотя будет менее вкусно. Да вот тут приперся какой-то голландец. Не. Куда он вообще? Что, он тебя обижает? У меня как раз тут играет музыка России. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Как раз в тему. Блин, ну я тоже не хочу сейчас в нормальный выйти. 2 очка. Прям аж... Ух, подгорело немного. Голландец, я тебе готов заплатить, чтобы ты меня не находил. 3 хода. Я готов заплатить, чтобы ты нашел его. Голландец нашел тебя. Вот. А вот это уже дипломат. Немец, у тебя там есть писатели там что-нибудь такое? Да нету, у меня же это. Я же не абсолютно литер по занятию. Не, ну у тебя все равно довольно много. Я ни одного писателя не забрал. Я 16. Русский, ход. Ты чуешь? Не буду вырубать, тут как-то... А, короче, там под балерин гора есть. Справа от горы стоит рабочий. Забирай, он варварский. Я до туда. О, блин, Грек, что ты с своим гоблином тут ходишь? Ты мешаешься тут... Ты мешаешься, короче. Я так говоришь, есть рабочий. Блин, а интересно эти оккультурные города-государства есть на карте? Ни одного не видно. Это очень много денег. Можешь посмотреть. Ой, я пока переходовкой. Так. Займешь, если? Скажи, сколько надо, я подумаю. Где у меня там эти минус джейросы? В национализме. А для каких целей, так сказать? Они от фрегатов улучшаются. Но я бы их так строил, да? Золотой век. Ну, надо строить и вот эти города Шотландии захватывать, я так думаю.
Они, по-моему, ничего не требуют еще к тому же, да? А, уголь требует, блин. То есть мне надо в уголь все-таки выйти. Ладно, пошли в уголь. Если у меня угля не будет, то будет грустно. Плюс 3. Плюс 4 производства. Здорово. О, блин, вот так вот. На ходу 5. Договорились. Занимай тогда. А. Так, 200 и 106. Смотрим, как у людей. 184, 200, 136, 178. 173 культуры. Ну, в принципе-то и ничего так. И ничего. А я у японцев 200 культуры. 200 культуры? Интересный ход. Не, ну, культура он явно не... Ну, он на две японцы. На две техи вперед идет. Относительно всех остальных. Кто? Японец. Что вот Лёша меня уже догнал по науке. Хватит плакать, играй. Я не плачу. Ненавижу нытиков, только если это не я ною. Когда я ною, то я люблю нытиков. Я надеюсь, если ты вставишь это видео, если выиграешь. Если будешь публиковать. Люди в комментах будут очень счастливы. Люди в комментах у меня всегда счастливы. Если ты в комментах на сайте Лёша играет, то ты счастлив. Звучит прям как секта. Да, да. Свидетели Алексея. Нет, нет, нет. Ребята, займите еще денег кто-нибудь, пожалуйста. Чем тебе деньги? Он в золотой век хочет выйти, не занимайте, не занимайте. Деньги — это рост. Влад, еще. Слушай, ну блин, у тебя друзей больше нет или что? Вообще нет, ты лучший просто, я все отдам. Я буду твоим вассалом. Фу, фу-фу-фу. Голландец, а где у тебя еще одно чудо? Чудо? Одно у меня только. Говорили, что это было. Грек, посмотри, сделал. Грек, посмотри, сделал. Еще раз, нифига не. Вот, блядь. Внешнее надо, море. Море. Ну, бля, посмотри, сделал. Ну, вот ниже Харлема, да, бежать? Есть. Фух, спасибо, ребята, свои. Это я ваша навеки. По берегу идти. О, шпиона. А тут надо этого строить. Да, я не понимаю просто, где? Где все чудеса? У голландцев. Тут я фермы сделаю. Есть культурные ГГ... А, кстати, у японцев, наверное, культурные ГГшки, если у него столько... Да, если столько хорошего культуры, то явно у него. Все, последний строитель. Да. Ну и как раз всю... Кстати, очень неплохо. Истратил всю эту... Всю веру. Вот это мне угля завезли. Сколько у меня в 9 вход? Сколько у тебя? Скажу, у меня тут
Посмотрим, завезли ли мне угля. Это важно для моего уникального юнита. Это надо копить. Долги. Кстати, я бы открыл, наверное, еще селитру. Я бы пару фрегатов построил, чтобы хапнуть именно с Джейросы. Я бы Дамбертон захватил. Он даже отваливаться не будет. Слушайте, давайте я открою... У меня тоже 9. Не, ну надо сначала индустриализацию, потом военную инженерию. Ой, наука упросила вообще. Yeah. Так, каждый торговый путь. Да, Наску захватили. Ну, конечно, о, да. Бразилия утрачивает лояльность. А вот это, ну, 1/10, ладно. Тут золотой век у араба, да. То есть, Влад, ты вышел в нормальный век, но помог арабу выйти в золотой? Интересный маневр. Я никак не выходил. Почему бы не помочь хорошему человеку? Так, из Сан-Паулу в Афины. Так, из Сан-Паулу вообще бегает все. Давайте вот из новых городов. Добрался наконец до этого кампуса. Вот вам одиночный способ помешать. Демерс, а зачем ты это делаешь? Расскажите. Ой, блин, надо было. Этого надо было сюда отправить. Че, молиться, там у тебя есть какое-нибудь чудо света? Так, ну и... давайте, пускай у меня будет уголь. Я, ну. Может, я жду нами. Ну, с твоим всадником вправо беги просто и все. Вот прям ровно. Недалеко. У меня есть предложение, может, против культурных проголосовать городов государств, раз их никто, кроме японцев, не может найти. Русский, это иудаизм твоя? Я как бы их тоже не нашел. Мне так хочется, что их нет. Да. Давайте проголосуем против промышленных, например. Чтобы немцу немножко приостановить его. Или давайте против научных, я не знаю. Ну, в научные все засунули. Я не буду против научных голосовать. Нет. Я не буду против научных голосовать. Тогда не догнать тех, кто, у кого науки дофига. Я, правда, только один нашел, но тем не менее. Короче, я против культурных голосую, не знаю. И вы, мне, короче, сложно. Мне сложно решить. Так, давайте глянем по науке. 142. Слушайте, а у шотландца-то не просела наука после конца героического? Героического? Как так вышло? Так и у Соло 171. Так и у Соло 171. Это все вранье. Только я между двумя людьми, по факту даже тремя, а Соло там сам живет. Ты хитрец. Так зачем ты ему дал в золотой век выйти? Я не понимаю вот этого, понимаю. Влад. Какая разница, что золотой, что не золотой? Ничего я не получаю. Спасибо, что мы послушали Соло. Теперь послушаем, кого я спрашивал. Имеет управление с тем, что он будет меня догонять. Ой, какие шикарные торговцы побежали. Так, в итоге что получилось?
Все-таки против научных проголосовали. Молись, посмотри, сделай. Блин, не пойму. Против научных проголосовали, окей. А мне какой плюс? А, так слушайте, они не дают просто уникальный бонус своему сюзерену. Так это, кстати, и не так уж круто. Не, ну если Стокгольм есть какой-то на карте, то было бы получше. Так Стокгольм и не может быть на карте. Есть Болонья вместо Стокгольма. Ой, я постоянно путаюсь с Женевой, сори. Женева. Чтобы я не удивлюсь, если она где-то там справа. Там только один нормальный, который можно посюзерить. Стокгольм тоже неплохой целом. Ну, еще и Болонья теперь. Очки дает людей. Вниз надо идти. Лишний не бывает. Влад, нет, Андетка, можешь убирать метки, которые ты ставил, спасибо. Так вот, кто ставил метки. Спасибо, Лёш, спасибо. Видишь, он коварный, он сам не ставил, но провоцировал Андетку ставить. Да, есть, да, вот я, ну я об этом. Есть уголь. Один, правда. Но мне этого достаточно будет. Это Алексей, он коварный. О, да. Ладно, построю просто ее. Не буду покупать, построю. Здесь верфь. Да, блин, что там за голосование? Я только дипломатическое влияние потратил. Ну, оно не сильно, чтобы пригодиться, я думаю, в ближайшее время. Так, что с селитрой? И селитра есть. Так. Давайте строить фрегатики. Сколько они в Сальвадор-де-Байе строятся? 8 ходов. Ну, я поставлю сейчас карточку на фрегаты. Наоборот, вот так. А можно паузу в начале хода на 2 минуты, пожалуйста? Может, даже на одну? Хорошо. Так, где тут холмы еще? Так, молись, я так да, понимаю, например. Мне туда, где Ниора, да, бежать в ту сторону? Что-что?
Ну, чтобы чудо встретить, так где не орк. Да, да. Вот просто вот, все. Вот, все. Ого, хорошее у вас чудо. В смысле, какое чудо? А чё я не видел чудо? Оно спряталось и типа. Где, где мали чудо? А, Ниора, так, Ниора я вижу. Я здесь. Стоп, я... А, Эйяфьядая Кудель, блин. А чё это я его... Валит, ты что поставишь карточку? На этих карабанах стоит. Блин, буря. Я забыл про нее, наверное, потому что... Зря забыл, хорошая карточка. Так, рационализм ну, поставим и торговую конфедерацию поставим. А здесь ставим на морские юниты. Русский мир принял. Не хочешь со мной союз? Ну что, будем караваны бросать друг другу? Потому что я не буду. Бразилец мир принимать. А где вежливость? Пожалуйста. А, да не, не хочу. Бразилия и Россия враги навек. Саладин, патрон. Я тебя найду и накажу. За что? Ребята, где Россия? Так чё, голландец, куда бежать? Иди просто в мою сторону, и там видел. Обратите внимание, что шотландец уже почти... Манса, прими предложение. Уже вышел в алюминий. Еще ниже иди. Я еще не вышел в алюминий, не надо тут наговаривать, пожалуйста. А, это показывает, что вышел. Нет, я в авиации только. Шикарно, слушайте, у нас уже народ в авиации, ну как бы... Да, но что в авиацию не выйти? Так, ну мне 7 ходов. До минус Джейросов. Я к шотландцу буду сажать этих шпионов. Так, чтобы шотландец не видел, что я тут строю. Убить дружим. О, Голландия. Да. Так, ну мне, собственно, ура. Томаса осталось найти. Томас, зачем? Ты где? А... На Авалоне. Не, я имею в виду по отношению к другим игрокам. Вот, например, я Голландию нашел. О, справа от Голландии. Ты понял. Меня нашел. Ну, бля, сделал. Я тебя направлю. Дворец Потала, кстати, можно построить. Слушайте, я неплохо там обмазался чудесами. Это Кана, это Голландия. Не вижу, почему бы благородному Дону не обмазаться чудесами. Так, тут все сделано. Ну, Бет, ты примешь? Союз, прими, пожалуйста.
Блин, мне фес, конечно, надо отправить. Хватит воевать уже. Ничего не получил. Араб, давай мириться. Потерял свою верфь. В смысле, габы. Русские книжки продашь? Конечно. Сколько? Русские. Сколько дашь? У тебя одна книжка. В смысле, почему я вижу только одну книжку? Ну, сколько дашь за книжку? Блин, ну, долбанный знаю, этот. 50 за одну. Сколько? Давай 200. Русские, ты меня слышишь? У тебя никто не будет их покупать, кроме меня. Ну, типа, тебя, Андетка, очень плохо мне слышно. Кидай предложение. Так, надо поторговать. А я вижу, ресурсами. Почему я вижу только одну книжку? У тебя нету куда их ставить или что? Ну, кидай. Голландца какао, например. Ну вот, закинул. Что? Блин, я сахар... Ой, по-моему, хлопок я с кем-то торгую. Ну, это странно. Ты не ставил эти районы, что ли? Культурные? Нет. А, спала ж культура у меня. Там так медленно национализм открывается, ну, после героического вот, слушайте, века. Вот это мне нравится. Исламская Германия, это самое топ. Немец. Давай мириться. Я тебе предложение кинул давно уже. Влад, дружнее. Предложение мира? Ну да. Нет у меня ничего. Подожди, а мы воюем? Почему? У меня вот висит, что предложение тебе отправлено. Ну я тебя тоже отправил. А компенсация какая будет за то, что ты меня нервировал? Слушай, я тебе и так ресурсов дал. Может хватит? Так, хлопок, хлопок. Русский, каких? А, нет у меня хлопка. Я тебе дал... Тогда с Голландией торгуем. Сейчас. Красители я тебе дал, просто так. Голландец предложение. Ладно. Лёш предложение. Русские еще книжки будут? Будут. Ну давай, активируй там. Кидай. Голландец еще предложение. Так, и с кем еще? Ну вот Снуби и чайком, например, можно поторговать. А есть из чего выбрать там для любимых писателей? Нубия предложение. Абердин 92, Дамфис 116. Давайте в Дамфис. Только сейчас обратил внимание, что у меня тут ислам. Немецкие города. О, так. Аравит, слышишь, чё? Не хочешь повоевать? Ну, в Болонию 6 штук сделаем. У меня, в общем-то, универы нет, построены нет, во многих. Нет, нет. А зачем тебе тогда мощи ты взял? 200. Нормально. Нормально. Чтобы они смотрели на меня. Ну, типа, давай повоюем на апостолах, типа... Может быть, что-то повыпад... Блин, разве управление не поставил строиться? Реликвии... Так, это производство есть. Ставить. Я вот не уверен, кстати, по поводу апгрейда. Не хочешь? То есть через... Не-не-не. Далеко до тебя. Надо селитру у кого-нибудь купить. Бежит. На всякий случай, типа... Есть, значит. Ну мне 5 минус джейросов, я думаю, выше крыши будет. О. Да, блин.
слабое. Грек, положение. Так, три квадриремы, да? И фрегатик три хода, четыре. Это пятое будет. Я думаю, хватит. Ну просто маленькое море, мне тут особо не на кого нападать. И вход у меня 3 угля. То есть у меня в минус пойдет уголь потом. Блин, я бы... Хоть одну верфь... А, одна верфь у меня есть. Вот здесь я бы купил тогда верфь. Подождите-ка. Да. И ускорено паровой двигатель. Отлично. Открываем паровой двигатель. Тут давайте археологические музеи. Немец, предложение. Соло, ты там помнишь, что ты это, ну, должник? Должник. Да-да-да, я помню. Ну, давай, пора. Давай, я уже давно. Я коплю, блин, у меня 127 всего лишь, вот. А с Лёшей вы союз не хотите заключить? Лёша не хочет, я ему предлагаю. А зачем мне союз с арабом? У меня союз с Мали, союз с греком. Вариант. М? Справедливо. Давайте со всеми, блин, союзы позаключаем и будем как... Не-не, я ж не пирожочки знаю, сидеть тут. Грек, зачем ты мне предлагаешь жемчуг, который у меня и так есть? Не срослось. Так, блин, вот я не пойму. Если чё, селитра, по-моему, тут у многих есть, да? А, ну да, у многих. Что ты не можешь понять, друг? Русского встретил, этого всех встретил. Где голландец? Голландец справа от немца. Вообще ничего сложного. Все карточки поставляли, да, полетели. Ладно, в стерлинг отправлю. Русский, а чё, все, книжки закончили? Сейчас будет. Китай. Ты давай, не останавливайся, пиши. Да блин, все, фанат моему. А-а-а. Умрет воин. Закинул. Я лучше частями буду отдавать, а то я тебе так никогда не верну. Давай. Ты помнишь общую сумму? Ну там что-то... ...1800. 1800. Серьез? А вообще мне надо больше, потому что я их еще в корпуса объединю. Вот я первый раз 1000 уже просил, да? Мне больше надо этих квадрирем. Ну, 1000 я вроде просил, и потом 800. Ну, 1800 было.
Блин, в Рио не успел выбрать производство. А, в Рио тоже сейчас промышленную зону. Могу здесь, могу здесь. Тут всего плюс 2 будет. Так, сейчас надо не забыть бы промышленную зону. Все, убили мне там. Грек, а ты не будешь против, если я тебя обращу в религию? О, плюс 4. А кто рурку построил? Детка. Эх, мне пара ходов оставалась. Обидно, обидно. Ты думал с немцем? Слушай, ну я почти ее достроил. Если бы я не тупил и раньше начал строить, я бы ее построил. Если бы я рубил сильно на нее. Я ну, просто... ты же тоже не против, да? Шо, у тебя там какая-то слабая религия, брат. Я просто обращу, там, если что, собьется. Ну окей, я глобально не против, да. Так, это к какому городу относится? Русский, да, право проход. Кто просит? Арабская империя великая. Может лучше в Форталезу быстрее, чтобы мастерская. А ты вообще где? Да я далеко-далеко, мне просто пройти. Да, сейчас да. Можно обратно отдать эту клетку. А там ничего интересного, там море дальше за мной. Так. Так я проплыву и все. Полотоводец, Галимый. Кого апнем? Жадина получается. Давайте пингалу на культуру. Говядина. Стеленая водица. Посмотрим. Доходы все равно. Как бы мне сейчас не открылся случайно совершенно. Барыг. Что? Еще будет? Пока нет. Закончилось? Пока да. Устали писатели, больше не пишут. Муза их покинула. Надо будет отклонить. Да, мне надо 5 именно корпусов. 5 корпусов. Лишнее есть что-нибудь? Нет. Да ну нафиг. Я буду тут терроризировать в побережье. Есть ли лишний лучник, можешь забрать. Немец, а у тебя очередь ничего даже лишнего? Поставлю. Книжек. Или не книжек. Красиво тут, конечно, у шотландца. В этих местах. Так, национализм один. Блин, я построил. Понял, я в этом городе строил соло, где у меня военный лагерь с своей стороны. И... Респатала построил. Нет, юнита. И он, получается, у тебя там в гостях. Ну, будет меня охранять с той стороны, значит. Ну, получилось весело. Блин, 2 хода оставалось, млак. Голландец, ну, далеко идти от Арнема до японца? Не особо. Ну, я понятия не имею, где Арнем. Потом вниз.
Чего, вниз идти надо? Вправо, а потом вниз уже после столицы. Иди вперед, не ошибешься, короче. Окей, спасибо. Пришло время, да? Да. Что пришло время? Антиохию сносить. Там просто нефть. Вот ты пошел по той стороне, да? Я и в алюминии. Да, в алюминии я вышел. Что, тебя много? Тебя много. Ну, сейчас узнаю. Я так понимаю, я детка уже в алюминии. А нет, он будет скоро через ход. Опа. Может, Тадж-Махал тогда построить? Давайте Тадж-Махал попробуем. Просто огромная, я уже не знаю, сколько я плыву уже и тут. Что только не делать. Да, ну, карта очень важна. Ну тут негде театральную нормально поставить. Давайте уличный карнавал. И вот здесь, кстати. М? То, что надо. Вообще, вот так сделаем. Подождем один ход. В этом городе. А слушайте, андетка-то с японцем потихоньку набирают. Кого? Турист. Ну так вот их двое. Ты можешь него. Вообще, я честно скажу, да, я не верю, что в сетевой игре можно победить культуры сейчас. Победить культуры сейчас. Я побеждал. Ты я молодец не какой! Ты! Короче, если да, люди. Если люди хоть что-то вкладывают в культуру, то жопа. Можно, там и не зависит от культуры, там зависит от веры. Правильно, и этих, и музыкантов. Ну да. Рокеров. Рокеров, музыкантов. Уличный карнавал. Так, значит, где тут квадрирема? Раз, два, три, четыре, пять. И на у тебя тут город. Шесть. Ну хотя бы четыре. Слушайте, давайте четыре. А, хотя да, бы. Хороший. Там бабки возвращай, слышишь? Рассказывай там про мои города. Где мои деньги? Я там подмазал. Ух, красивые. 16 ганзы. Красивые ганзы у немца на 16. Хорошенькие, да. Это аж... Не завидую. Не могу не завидовать. Извини. А сколько максимум производства на ДТ? Скажи, если не... Сказал. 81,9. Слушай, так я уже практически все у себя обработал. Молись, сделка. Ой, блин, для аэропортов оставлю. Я не помню, у меня есть эти. Как? Немец, сделка. А, давай, барыга, стой, куда ты? Я здесь, у меня есть. Блин, 10 ходов. Я не построил их туда. Ну я сейчас 4 получаю. 4 за минус получу, 4 за это 8 очков. Плюс я еще сейчас... Интересно, что там у японца.
Это железо где-то использовать. Ничего вот нет. Надо тяжелую колесницу. В одиночестве просто так. В рыцаря. Мне кажется, что это в одиночестве. У него там писательный план КД работает. Ребята, почему висит флотоводец, и никто его не забирает, хрен знает сколько времени. Русский, кинь еще раз, а? Там мой, я пропустил что-то. Не знаю, только что у меня был. Голландец, флотоводец, немец, флотоводец. Голландец, говоришь, флотоводец, там 0,2 не хватает этого очка несчастного. Мне написано 123 из 120 у тебя. У меня было написано... Там же немец первый. Немец, возьми, возьми флотоводца. И при этом у кого-то было по 124. Они должны забрать. О, хорош, забрал. Так. А прошлого я не мог забрать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну и квадрирема 8. 9 ходов. Да, выйду в героический, выйду. Великий Зимбабве можно построить. Кстати, давайте. Почему нет? Так, Тадж-Махал, три хода. Если я его построю, то я точно в героическом уже буду. Висим? Нет. У меня что-то юниты не ходят. Не, вроде нет, вроде нет. Ну, что за... А кто там кричал, Кардив надо сносить, и он почему-то до сих пор стоит? Не надо Кардив сносить. Может, не надо? Надо, надо. Нет, не надо. Ну ты ж понимаешь, да, что Андиет от этого получает дополнительные бонусы из-за того, что у него прокачаны все... Так у меня нету, я не созерен Кардив получаю. Не, ну... Как считаете нужным, скажем так? Короче, я тут сейчас построю квадрирему. Тут два хода. Три. Вот два хода квадрирема строится и открываем минус Джейросы. Возможно, я это долго делал, не спорю. Возможно. Блин, тут гор немерено. Так, из Форталезы надо к греку отправлять. Все в Афины. Из Массей ее не бегает. А сколько у тебя алюминия? Мало. У меня тоже. Хотелось бы больше, если честно. Да хватит там алюминиями мерить. Ну, кстати, я уже давно не первый по науке. Тоже у всех почти больше, чем у меня. Вы боялись.
Блин, а вот культуры мало, несмотря на все мои... О, кстати, Соло неплохо так вырвался. У него миллиард городов. Не надо привирать. 15? Это сколько? Это 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мне 8 пишет. Сейчас столица, столица. Нет, я смотрю через великих людей. Там столица тоже должна показываться. Каир, Дамаск, Думьят, Хомс, Мекка, Джидда, Лавента, Сана. Вы насчет меня не переживайте, там насчет других надо переживать. Мне кажется, что как бы у немцев все еще круто. Я переживаю за всех. Мне хочется, чтобы вы все победили. Но, к сожалению, победит только один. К сожалению, сможет это только Леша. Почему? Почему я? Я знаю, какой. Я бы хотел, чтобы я победил. Но желаю победы всем вам. А что, за город в 20 ничего не дают, что ли? Очень. Дают, почему? По-моему, только за первый, за первый. Ничего не дали. Фига себе, у тебя уже город 20. Плохо. Хорош, хорош. Так, давайте первого посла возьму. Это тебе не пятый, это где-то 53 можешь лица построить. У нас фес имеется просто. Еще один ход ждем. Потому что если я сейчас переключу, у меня один ход открывать национализм, он откроется. Ладно, блин, где все проход? От феса. А, только там. Да, такая история грустная. Пошел, блин, города обращать. Ну, Леха, направо. Ты сильно вниз пошел. Японец, а ты не хочешь меня встретить? Нет. Хм. Японец тупо в своем мире там живет, ему нормально. Еще сразу тупо. Умно живет, наверное. Не умно, но... Я по количеству культуры я живу красиво. Да, но к тебе толком никто не может приехать. А, мне все время к тебе. Да-да-да, никто, именно это. Все для меня. Опа, Антиохия, спасибо за алюминий. Я не знаю, что мне обработать еще. Пока нечего. Блин, я затупил и в Антиохию кинул этот. В Антиохию кинул послов. Обидно. Придется освобождать. Что придется освобождать? Угу. Вперед, вперед. Что, ты жарина не определишь, так? Не вернешь? Давай ты ее оставишь живых. Не-не-не. Зачем? У меня тут юниты купаются на халяву. На этом пока все. Спонсоры канала уже сейчас могут посмотреть продолжение, а все остальные увидят его завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!